Всем привет! Мы отправляемся в славный город Краснодон. Не спрашивайте по причине, по которой мы туда едем. Этих причин нету. Просто хорошая дорога, хорошее настроение, солнечный день, и мы хотим посмотреть, что такое город Краснодон. Я никогда там не был. А может и был, я не помню на самом деле. Но вот современный Краснодон, какой он есть, сегодня мы попробуем увидеть. Конечно, если найдем этот город, существует ли он на самом деле. Окей, не переключайтесь. Будьте с нами. Что-то горит. И вот за горами появится эпицентр страшного пожара. Там вроде что-то бушует. Мы не побоимся, мы сейчас все посмотрим, все увидим с вами. Там жгут поля. О нет, для кого сделали эту дорогу, скажите мне, пожалуйста. Где люди? Луганская область вся вымерла. Пустые дороги, Silent Hill такой себе. После атомной бомбардировки Хиросимы, Нагасаки вымирает почему-то только Луганск. Вот мы уже близимся не напрямую к Молодогвардейску, наверное, да? Молодогвардейску и Краснодону. Перед нами Новосветловка. Едем дальше, не переключайте. Зато здесь появились люди, здесь ездят машины, и это уже вселяет надежду, что все не зря, все не зря. И, конечно, спонсором нашего путешествия является партия регионов. К большому сожалению, дорога исчезла просто. А куда дели 35 миллионов на молодую гвардию? Сложно сказать. Будем искать. Ты не поверишь, но мы в Новоганнивке. А Новоганнивка, я так понимаю, это Новоанновка. Звучит по-русски не так прикольно, как по-украински. Поэтому все-таки будем ехать по Новоганнивке. Вон он уже идет со мной 84 километра. Очередное село придорожное, что ли, написано, бо я не помню сейчас, ничем не отличается от всех остальных, людей нету, или почти нету, никому. Как они здесь живут, я, честно говоря, не знаю. Наверное, тупо бухают. Дало крой думками, дало экранів ті, що над нами. Самсоновка, нічим не примечательный городишко, если бы только на ее табличке на въезде не было написано английскими символами Самсоновка. Йоу! И флаги партии регионов, да, вот он, наконец-то я вижу, что мы не просто так сюда приехали. Ты не поверишь, но мы добрались до Краснодона. Хотя, наверное, это все-таки не полный Краснодон, но это начало. Краснодон входит, наверное, в Молодогвардейск и много-много других. Но мы попробуем все посмотреть. Итак, что же здесь есть интересного? Кроме плохих дорог, которые лучше, чем в Луганске, но хуже, чем в Ялте. Итак, Молодогвардейск, малая родина моего Кентика. Где-то здесь у него бабушка с дедушкой. Где-то я здесь был даже один раз. Вот, по-моему, в этих домах. Но я не знаю точно, я не разбираюсь. Итак, вот тут как-то все тихо, вроде и воскресенье, но что-то ничего не происходит. Поехали дальше. Ага, я понял, вспомнил. У них тут интересное было то, что ходил троллейбус, насколько я понимаю, между Молодогвардейском и Краснодоном. Я не знаю, сейчас ходит ли этот троллейбус. Посмотрим. Я помню, в Углегорске один троллейбус ходит. Я честно сам его видел. Он один ходит через какой-то там промежуток 15 минут, объезжает весь Углегорск. А вот здесь, если здесь, я пока не знаю, я не видел еще. Все, Молодогвардейск закончился. И мы едем в Краснодон. Где-то он здесь должен быть, по идее.
Очень красивая развилочка. Мы поворачиваем направо. По табличке нам сказали, что где-то здесь еще Суходольск. Я вообще не знаю, что это такое. Там, где, по-моему, шахта взорвалась. И вот мы выворачиваем. И я надеюсь, что все-таки скоро будет Краснодон. Существует ли этот город на самом деле? Я понимаю, вам смешно, но я реально не был в Краснодоне никогда, поэтому мне интересно. И вот, вот он, Краснодон. Мы все-таки нашли этот город. Супер. А теперь будем пробовать искать музей молодой гвардии. Ну не зря же мы потратили на него столько миллионов. Должна быть хоть одна табличка. Вот пожарные. Тут что-то горит. Мы будем сейчас... Ой, троллейбус. У нас вообще просто минутка открытий. Троллейбус есть. Пожарные есть. Что-то горит. Специально под нам, под наше путешествие, что-то запалили. Ну как-то пожарники куда-то далеко поехали дальше. То есть их малые костры не беспокоят. Опа! Какие-то пацаны поехали знакомые. Или незнакомые. Что-то в этом городе страшное творится. Посмотрим. Табличку. Ищем табличку музей имени молодой гвардии. Что-то мы едем 10 минут, а города пока что-то и нету. Зато появился первый светофор. Где же сам город? Вот в чем вопрос. Ты не поверишь, но мы нашли его. Мы нашли, мы табличку нашли. И нам сказали, вот это сюда ехать надо. Это супер. Я счастлив, я просто счастлив. Я надеюсь, вот это он, да? Я счастлив. Сейчас мы попробуем припарковаться и посмотреть. Мы в Краснодоне. Мы добрались. Мы на центральной площади. Наверное, это центральная площадь Краснодона. Вот памятник стоит молодогвардейцам. Героям молодой гвардии. Отреставрированный музей. Пробуем сейчас в него попасть. Или, по крайней мере, посмотрим. Посмотрим, что тут происходит у них. Когда все работает. Мединвест. О, да тут же и Миська Рада. Пока ни одной надписи, куда можно зайти вообще. Мы не видим. Можно ли вообще сюда зайти? Где вход? Вот в чем вопрос. Наша тень. Наши красивые новые духляки. И вот посмотрим, как оно здесь. Называть меня не патриотом, конечно, но я, честно говоря, не понимаю, куда были потрачены 30 миллионов на эту экспозицию или на ремонт. Я все-таки вспомнил, я здесь был, наверное, года 3 назад на этой площади. Мы кому-то помогали догонять машину, но не скажу, что здесь было все убито наглухо. Нет, конечно, здесь было нормально, достаточно хорошая дорожка. Город, всякие места рода. И куда сейчас? В очередной раз 30 минут бухали, я не знаю. Приезжайте сами, посмотрите. Продолжаем наше путешествие по Краснодону. Как-то очень меня удручила ситуация с
с музеем. Зато у них есть детские площадки. Как-то совсем мне показалось, что что-то там не то было, там музей. Но будет, что будет. Поехали. А вот это тоже все Краснодон, товарищи мои любимые. Вот он, Краснодон. Тут тоже люди живут. Куда мы заехали, я не знаю. Но это Краснодон. Наши съемки уже привели к тому, что за нами едет машина. Едет машина, никуда нас не обгоняет. И как-то так подозрительно за нами следит. Наверное, думает, что мы контрабандисты, точнее наоборот. Что мы приехали за контрабандистами. Но мы-то ведь просто снимаем. Вот конец, Краснодон закончился. Вот мы здесь остановимся. И поедем обратно. Посмотрим, что еще в городе есть интересно. Хотя за нами там послеживают. И все-таки где же в Краснодоне похавать? Или хотя бы выпить кофейку? Мы уже битый час катаемся тут. Будем искать. Ну вот, мы возвращаемся домой. Мы ничего не увидели, потому что смотреть было нечего. Никаких огорчений, никаких разочарований. Собственно, так и планировалось. Едем домой.